Привет всем! Сегодня делюсь очередным рецептом легкого в приготовлении и вкусного салата. Значит, ингредиенты, которые участвуют у нас, это брокколи. Я брала, ну, одну небольшую такую капустину. В общем, разобрала на соцветия, но пока что крупно. И отварила немножко, минут 5 вообще буквально в подсоленной воде. Если у вас замороженные брокколи, то берете где-то пачку, я так думаю. И только не варите их, а просто минут на 10 ошпарьте кипятком, ну, то есть замочите в кипяток, пускай минут 10 полежат, не нужно варить. Вообще овощи не нужно переваривать, они должны быть чуть хрустящими. Тогда сохраняются все витамины и полезные вещества. Соль, перец, значит, огурец. Огурец свежий. Вообще по рецепту в этом салате был маринованный огурец. Маленькие штучки, там их штук 7, по-моему, было. Ну, я кладу свежий огурец. Вот. Ну, конечно же, пойдет не вся вот эта вот колбасятина, вот эта вот громадная. Где-то, я так думаю, 2/3 пойдет на этот салат. Значит, половина грудки. Она уже разобрана у меня, сварена и разобрана на волокна. Хотите помельче, хотите покрупнее, делайте, как вам больше нравится. И для заправки вообще по рецепту шел просто майонез, но я смешаю с йогуртом. Йогурт и майонез. Вот. Так будет лучше и полезнее, и так далее. Приготовление мега простое. Просто вот разбираете, да, как я уже сказала, курицу на волокна. Огурец режете мелко, ну, достаточно, как мелко. Не прям крошкой, но мелко. Вот. И брокколи точно так же режете, как вам удобнее. Далее заправляете все это дело майонезом, соль, перец по вкусу, и все, салат готов. Я сейчас это все сделаю и вернусь к вам показать конечный результат. Вот такая красотища и вкуснотища в итоге получилась. Вообще 2 минуты делов, и салат готов. Очень вкусный, правда, попробуйте. Все, всем приятного аппетита, пока!